Всем привет, я Стефан Кестинг. Как вы знаете, я занимаюсь бразильским джиу-джитсу, а также грэпплингом. В бразильском джиу-джитсу мы носим ги. И вопрос, который возникает у многих, это как завязать пояс. Я покажу вам два способа. Один простой, который я использую, и второй чуть посложнее, но очень техничный. Итак, сначала правую сторону, затем левую. Я думаю, это пошло от того, что большинство людей правши, и просунуть правую руку под свое кимоно и достать оттуда что-то, нож, пистолет, неважно, это намного удобнее. Сначала правая, потом левая. Вы берете пояс ровно посередине, обворачиваете его вокруг спины. Далее все очень просто. Мы берем левую сторону и обворачиваем ее сверху правой. Левая полоса вверх правой полосы. Теперь это наша новая правая полоса. И теперь обворачиваем ее поверх новой левой стороны. И теперь у вас получился базовый узел пояса. Данный способ я рекомендую тем, кто не парится о том, что их пояс развязывается. Но если же вы хотите выучить техничный и продвинутый способ, мы идем дальше. Мы начинаем сбоку и проворачиваем его полностью. Таким образом. Этот способ хорош с тем, что у вас за спиной не будет скрещенной полосы. Кому-то это нравится, кому-то без разницы, у меня в зависимости от настроения. Далее вы берете верхнюю полосу и прокручиваете ее через обе полосы, что очень важно. Далее все немного сложнее. Вы берете нижнюю полосу. Вы видите, это верхняя, это нижняя сторона. Берете нижнюю сторону и просовываете ее в отверстие между двумя полосами. Теперь берете верхнюю полосу и просовываете ее сначала в эту петлю, а потом в отверстие между двумя полосами. И затягивайте его. У вас получилась красивая фигура. И вы выглядите намного лучше, и пояс будет развязываться намного реже. Итак, если вы заходите на YouTube и смотрите видео, как завязать пояс, поздравляю вас. Вы только начинаете изучать джиу-джитсу. И у вас хорошая начало. Но вот что я вам рекомендую далее. Это зайти на сайт grapplearts.com, зайти в newsletter, и там будет абсолютно бесплатная книга о джиу-джитсу. Эта книга написана мной, и в ней вы найдете все, что нужно знать начинающему джитсеру. Джиу-джитсу очень сложное боевое искусство, и я упростил его настолько, насколько это возможно. Также вы можете писать мне на e-mail, оставлять комментарии. На сайте вы также найдете много полезной информации, довольно много новых техник. И что немаловажно, это абсолютно бесплатно, это всегда будет на сайте. Если он вам не понравится, вы можете просто отписаться в любой момент. Вам абсолютно нечего терять. Поздравляю вас. Добро пожаловать в джиу-джитсу.